Это шедевр. Слушай, хотел тебя спросить. Там как-то был случай, давно достаточно, полгода, беспилотник убил ребенка в Донецке. Не твоих рук дело, не твое устройство сделало. Смотри, ты знаешь, сколько было до линии фронта от этого дома, где, как ты говоришь, беспилотник убил ребенка? Нет, я поэтому тебе... Не знаешь? А ты поинтересуйся, это если тебе залили это говно в уши. Там 16 километров было. А почему, кстати говоря, ваши вот эти вот террористы не предъявили обломки этого взрывного устройства, которое якобы сбил беспилотник? Чё? Почему ваши террористы не предъявили общественности обломки взрывного устройства, которое якобы, ну как тебе залили это говно в голову, сбил беспилотник? Почему зачистили? Почему перед приездом ОБСЕ зачистили все осколки? Итак, насколько я слышал, там именно беспилотник убил, как-то там сбросил что-то. Да, там сбросил. Какой тип беспилотника? Не знаю, я ж тебя спросил. Не знаешь. Ты же не спец по беспилотникам. Так вот, если я не спец по беспилотникам, но если бы ты был умнее и задумывался над тем, что тебе вливают в голову, то ты бы задал бы два простых вопроса. Мог ли это быть беспилотник? Раз. Так. Какой тип беспилотника? Два. И почему так перед приездом ОБСЕ зачистили все следы этих обломков? Ведь если это взрывное устройство сбросил беспилотник, тут возможны два варианта. Либо это коптер, либо это какой-то ударный беспилотник, там, ну что-то вроде там какой-нибудь Байрактара, правильно или нет? Или самоделка. Или самоделка. Так вот, какое расстояние до линии фронта мог... какой беспилотник? А, уже все, да? Вот так вот. Да,